Вот я хочу показать два дерева. Называется гинга билоба. Ну или двулопастная гинга билоба. Почему она так называется? Вот лист у нее такой вот. Как лист бабочки, как будто бы два винта на пропеллере. Вот он такой будет. Поэтому, наверное, так его и назвали. Дерево является лечебным. И вот, ну, воды что-то. Ну, главное его достоинство то, что оно вырастает большим, до 50 метров. И диаметр ствола достигает 4,5 метров. Вот здесь они посажены, вот одно дерево, вот второе. Второе, сейчас мы к нему пойдем. На большом расстоянии, потому что деревья очень большие, посажены с перспективой. Перспективой, чтобы лазить на него, может быть даже потом домик сделать в этом дереве. Здесь оставлены даже вот ветки нижние. Для чего? Чтобы, ну, можно было залезть. Я тоже хочу залезть на это дерево. Вот жду, когда она подрастет, чтобы выдержала меня. На какой-то из этих деревьев, или то, или это. Вон второе стоит вдалеке. Посажены они для дома. Вот, для дома. Ну, вот как обычно, чинары сажают, там, платаны. Большие деревья, которые потом закрывают весь дом и являются такими родовыми деревьями. Вот я их с этой целью посадил, чтобы они закрывали дом от солнца и тень создавали. А это две ленкоранских акации посажены в промежутках маленькие. Вот. И две лужайки, сумахи. Вот они, сумахи. Две ивы. Тоже для тени. Вот еще сумахи. Вторая лужайка. На каждой лужайке посажено дерево. Вот одно дерево. Вот второе дерево. Дальше растет акация. Колючая. Колючая такая, очень колючка. И слева два деревца. Это красная акация, которая цветет все лето. Постоянно цветами. Здесь вот розы, туечки, коники. Вот такая дорожка получается к дому. Вот. И слева и справа два дерева гинга. Вот. Ждем, когда они вырастут, чтобы полюбоваться этим деревом.